Мы находимся на выставке Household Exports, говорим с нашими гостями и экспертами. Сергей, расскажите, чем занимается ваша компания, что собираетесь представить в 2019 году рынку? Компания Nefis Cosmetics. Мы занимаемся производством бытовой химии. Крупнейший российский производитель. Входим в тройку лидеров по продажам в России. Находимся, на самом деле, в Казани, однако наши бренды известны, ну, надеемся, что каждому покупателю и потребителю. АОС, Бимакс, Сорти, Биолан, Я родился и так далее. Все это делаем мы. Все это делаете вы, и не только это, я так понимаю. Да, и не только это. Вы стоите с премией, покажите, что это у нас за премия, за что вам вручили и каково было участие. Премия «Лидер продаж», лауреатом ее сегодня стал наш бренд Bimax. Для нас это гордость и большой почет. Мы очень рады, что наш бренд, который уже больше 15 лет обеспечивает максимум чистоты нашим хозяйкам, получил признание экспертного совета. Вообще наш слоган, наш девиз – это делать все и дарить чистоту нашим потребителям. Опять же, мы российские производители, мы это постоянно подчеркиваем. Мы отвечаем как качеством, так и совестью перед нашими покупателями, потребителями. И поэтому с точки зрения качественных характеристик, с точки зрения ценовых параметров, мы всегда стараемся быть конкурентоспособными и выполнять свои обещания. Я поздравляю вас с полученной наградой и не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями.